В Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран-участниц программы Европейского союза «Восточное партнерство». В мероприятии участвует и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Заседание посвящено вопросам укрепления партнерства между Евросоюзом и странами-участницами программы. Особое внимание будет уделено вопросам управления инвестициями, а также укреплению партнерства для обеспечения устойчивости, восстановления и реформ. До встречи министров иностранных дел Джейхун Байрамов посетил штаб-квартиру НАТО. Глава МИД Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря организации Мирчем Джуаном.